Телефонный терроризм – довольно распространенное преступление. Преимущественно факты ложных сообщений совершаются школьниками. Мотивом для звонка в полицию становится банальное хулиганство, как способ срыва уроков или отмены экзаменов. Поэтому инспекторы по делам несовершеннолетних провели тематические лекции с учениками. Им рассказали о причинах, последствиях и ответственности, предусмотренной за звонки с ложными сообщениями. Полицейские разъяснили детям, что 207-я статья Уголовного кодекса предусматривает ответственность не только в виде штрафов исправительных работ, но и лишения свободы на срок до 3 лет. Очень быстро и по горячим следам. Благо, технические средства сейчас позволяют это делать практически моментально. Даже выкиньте это из головы. Просто я вам сейчас сказал, вы об этом забыли, о таком явлении, как телефонный терроризм. Также перед учениками выступили инспекторы полка ДПС и ГИБДД. Они рассказали о правилах безопасности и на дороге, и вблизи нее. В завершении встречи сотрудники полиции вручили ребятам памятки.